советская власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет». Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!